Битва за Нарнию. Эпизод 2. Ну что ж, пятеро против одного. Давно мы с вами не встречались. Придется с вами бороться на это! Смотрите, что я придумал! Ха-а! Так стоп, что он творит? Нет, ты! Эй, солдат, не делай это! Поздно! А-ха-ха-ха! Вот оно! Настало время погибнуть! Оу, а что случается после этого? А ну помолчи! Сейчас я буду вас заставлять пользоваться магией Нарнии! Моя активная кнопка! Вообще-то это рисунок. Не отвечай. Да, это сработало! Последнее. Ага, вот она месть. Минутку. Походу долго будет. А, блин. Что делать? 10 минут спустя. А, фу, что я не спал. Блин, еще бы так протекает. Рано осталось остановить вас. Оу, ну только не у меня. Ну только не меня, потом ты чё трудишь? А ну помолчи. У тебя дел нету. Как нету? Ну так вот. Ну всё, вы мне все пятеро надоели. Добро пожаловать. Вот. Я ушёл. Ну-ка, минутку. Ой, блин, свет не видно. Прощайте, гребцы. Мы до тебя еще доберемся. Кстати, а где выход? Так, я вижу свет. Ребят, скорей, пока он не ушел. Эй, подожди нас. Где это мы? Вот блин. Вот зараза. Давайте, ребята, скорее, пока этот сорняк не пришел. Не сбил. Так, ну что такое? Почему они все в беде? Матрас. Как всегда, Матрас. Ну, вы позволяете, просто... Ясно? Все пойдет током. О, блин. Встал. Так. Еще на месте я. Сейчас застанусь в мою логово. Вот она, прелесть моя! А вот теперь ракета! За-за-за! Блин, он пробрался туда! Надо взобраться! За-за-забраться! Ну-ка, стой! Оп, бать, ты с тобой!
Мес. Во, матрос, матрос. Место есть. О, есть. Продолжение следует. Та-да-да-да-да! Ну лайк поставь! Помолчи, обжора! Сам помолчи!